Экшон, экшон! Адреналин! Как быстро затыкать курицу? Это называется хантер-симулятор? Ходишь и валишь куриц? Это какой-то симулятор дичи, если честно. Приветищи! А вот и нежданчик подъехал. Ага, да, это Roblox, ты прикинь. А, неожиданно, негаданно, собственно, своей персоной зашел и сюда поиграть. Посмотри, что новенького, давненько меня здесь не было. И сразу же блюхнулся в симулятор Хантера, что переводится как симулятор охотника. Правда, это не совсем на охотника похоже, потому что все, что у меня сейчас на данный момент есть, это вот такая вот трехветочная палочка. Мы выходим с тобой вот сюда. Я здесь вообще еще не играл, как ты видишь, я вообще нулевый, нубястый хантер. Здесь еще вообще ничего не делал. Вот, мы видим с тобой квадратных петухов. Такое ощущение, что я в Майнкрафт какой-то... А, погоди, это зомби-ростер. Это зомби-петух. Зомби... А, вот зомби-чикен, это зомби-цыпленок. Здесь кругом одни зомбари бегают. Ужас какой. Что происходит? А там вон метеорит, походу, упал, да? Дымится такой. Поэтому вокруг все стали зомби. Слушай, если бы метеориты падали почаще, то все люди стали бы уже зомбарями. Сколько на Землю раз упал метеорит, я не сосчитаю. На моей памяти примерно раз 5 точно падали. Маленькие, совсем такие, которые уже в атмосфере сгорали. Ну и в этом, в Челябе же упал, да, метеорит. О, там вот вообще, там прямо же, это, стекла разбомбило нафиг. Вот. Я чё, курицу палочкой тыкаю? Она бы на меня хоть накинулась, я не знаю. Ей по барабану, слушай. Да. Не, ну это долго будет. Надо перемотать. Эй, ты куда убежал? Стоять на месте, чуть-чуть осталось. Двоечка, единичка. О, с них, оказывается, какие-то токены валятся. Подожди-ка, подожди-ка. Ууу, это я себе сразу суммарь весь забил вот этими токенами. 25 токенов максимум. Возможно, собрать. Рюкзак маловат. Ладно, поехали. Обчистим наш сундучок, точнее наш сумарек, рюкзачок. И посмотрим, что мы можем здесь прикупить. Зайдем в стор. Палка, вырубалка у меня есть. Деревянная, да господи, все из дерева. Почему все из дерева? Рогаточка, 200 монеточек. Вот эту штуку мы с собой прикупим обязательно. Какие сейфы, какие сейфы. А подожди, может я сумарь себе побольше куплю? Что это я про сумки забыл? Сумарь сколько стоит? 50. Не очень, не очень, не очень. Хочу самый лакшери. Хотя вот это вот выглядит как у бизнесмена. Такой я бы себе взял. Ладно, в общем, мы копим бабличко, бабличко и бежим. Там он пэты есть, смотри-ка, еще магазин пэтов. Ух ты ж, роскошно, как красные коровы, ниндзя-курицы. Это что? Дак... Как это назвать-то? Дак... Дак-следователь, во! Значит, посмотрим, что можно купить. Яйцо за 150. И вот бесплатное. А, нет, это комингсон. Пэт-шоп мне не понравился. Я ничего там потому что не смог купить. В принципе, мне здесь вообще все магазины не понравились, потому что я там нифига не смог купить. Надо подзаработать денежек, потыкать еще курочек. Давай потыкаем вот так вот. Господи, я чувствую себя каким-то, не знаю, ущербным. Почему я куриц тыкаю? Это же, ну, неправильно, что ли. Они, интересно, зомби яйца несут, нет? Вот я бы хотел посмотреть на это зомби яйцо. Дрибздинь, деньги упали в кошелек. И есть возможность прикупить тебе новый, собственно, рюкзачок. Сейчас мы его... Нет, ну это слишком, конечно, для меня. Вот за 50, вот. Ууу, какая роскошная штука. Infinity. Так, где у нас? ДТРПП, вот за 50 покупаем. Все. Денег больше нет. Бомжуем, мы с тобой бомжуем. Вечно эта тема бомжатская. Так, бежим, знаешь, куда? В курятник. Хочу забежать в курятник, посмотреть, что там, собственно, творится. Очень любопытно, очень интересно. Забегаем, заходим. Нет, не заходим. Двери закрыты. Вход только по куриным оперениям. У меня, собственно, нет куриного оперения, поэтому... Меня не пустили! На курицу не похож, вот и не пустили. Да. Зомби-курицу причем. Ох, тыкаешь, 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 тыкаешь. Ну сколько можно тыкать эти куриц? Надо... Я думал, если честно, я думал, что я буду бить этой веточкой. Ну, знаешь, хлестать. А он тыкает. Такое ощущение, знаешь, как будто вот какашка на полу валяется, и ты понять не можешь, это какашка или что-то другое. Может быть, это что-то... И ты вот палочкой тыкаешь, тыкаешь, разобраться не можешь. Господи, какую аналогию я привел. Да. Ужасно.
Но зато у нас теперь сумка большая, куриц можно потыкать побольше. И походу я от этого получаю удовольствие. Да. Ну, в смысле, мой персонаж. Я-то, собственно, нет. Мне постоянно кликать на мышку. Можно, конечно, автокликер скачать. Моя курица! Моя курица! Никто не трогайте! Зомби-родстер, это мой... А, вон там еще одна появилась, смотри. Сколько их тут сразу наплодилось-то? Как они вообще плодятся? Из камня, что ли, вылазят? Я не знаю. Наверное, ползал маленький червячок. Потом подползает он к метеориту. Кусает за этот камень. И его как разносит и... И все, и превращается в квадратную зомби-курицу. Из червя. Ты прикинь, какая мутация. Жесть. Сложно представить, как у меня эта вообще мысль родилась в голове. Ну, фэнтези, что поделать. 4, 3, 2, 1. Сколько монеток? Все, сразу... О, так с нее больше даже успел. Нифига себе. Больше, чем 50. Наконец-то рогатку себе сейчас куплю. Посмотрим, как с рогаткой дело пойдет. Надеюсь, намного шустрее. Пойдем, затестим. Тест-драйв рогаточки. Достаем ее. Какая рогатка! Ты посмотри, как она скрючила мои руки. Ужас, по-моему, это бракованная рогатка. Да. О, вижу первую цель. Стреляем. Ух ты, нифига себе, как шустро. Подожди, а здесь будет другая поляна? Я хочу другую поляну. О, косить, да здесь косить можно, да? Ничего себе, как пулеметная очередь, СТП. Пухлый кур. Дай-ка я тебе настреляю по пукану. Мне нужно с тебя получить золотое яичко, точнее, золотую бумажечку. Где бумажечка? Вот она бумажечка. Все, комплит. Пиу-пиу, кажется, я мазю. Мазю. Вот, наконец-то. Ты посмотри, как я вообще стреляю. Вот как это возможно? Это вот называется рукожопство. Взял рогатку в руки, и руки приросли к попе. Ага, 170, 175 баксов у меня есть. Ну, баксов, монеточек. Посмотрим, что мы... Мы же можем... Подожди. Мы можем купить себе пэта. Действительно, я видел, что там за 170 продавался какой-то пернатый. За 150 у меня даже еще на мороженку останется. Отлично, покупаем яичко. И из него вылупился цыпленок. Чикин. Чикин-фрикин. Переходим в пэтс. И... экипируем. 4% криту, я так понял, да, он дает? Давай действительно посмотрим, что же он дает. Вот это что за значок? Это к урону или криту? Можно было здесь это подписать как-то? Я должен сам себе надумать, да? Видимо, да. Пойдем посмотрим, милый друг, где куры тут поют. О, ты смотри, как... Оп-оп-оп-оп, цыпленок всасывает что-то там, это, в бройлеру этому родстеру. Ростер. Ростер, кстати, тут такие машины есть, ростеры. А тут ростер, курица. Цыпленок, что ты ему всасываешь? Ты ему допинг подливаешь, чтобы он больше стоил? Если это так, то я за. Ну, забирай монеточки. Сложи за продажу. Ну, он заговорился, язык заплетается. Предлагаю прикупить новый сумарь. Например, за 125. Почему бы и нет, 250 вместительность. Быстро кончаемся. Да, я тебе хочу сказать, что мы очень много денег зарабатываем. Вот это бизнес. Кстати, да, цыпленок добавляет мне к урону. Пойдем-ка еще с тобой одного пэта купим. Благо, я теперь мажористый, богатый чел, бородатый. У меня 250 копеечек, 325 копеечки. Чуть-чуть я наврал. Покупаем. Сим-сим. А, еще один цыпленок. А если я еще одного куплю? Там еще один цыпленок будет? Ну, как бы из яйца... Золотой цыпленок, ты посмотри, желтенький. Как бы из яйца, естественно, что вылупится цыпленок. Это очевидно. Значит, давай посмотрим, что у нас делает желтенький цыпленок. 6% экипируем. И вот этого тоже экипируем. Апгрейд можен, левел ап возможен. Все, значит, потом мы своих петухов прокачаем. Своих петухов, блин. Ну, в будущем-то это наверняка вырастут либо курицы, либо петухи, как их еще назвать. Все. Стреляем. Вот это дамаг, вот это мощь, я теперь гроза фермы. Всех здесь сейчас обстреляю. Ох, жесть. Вот этому теперь зомби пухалю, как это, пухалю. Но он такой пухлый, такой самый большой. Вот ему достается больше всего, на самом деле. Стреляем, давайте, фас, чикины. Чикины-фрикины. Блин, теперь вообще мощный стал. Действительно, гроза района. Гроза куриц, петухов и... Жесть. Ну и дичь вообще.
Давненько я в такой же зашквар не играл, слушай. Перекиньте меня, пожалуйста, на другую ферму. Я тут уже всех кур и петухов перестрелял. Ну-ка, вот этот камушек, если в него пострелять, нифига не происходит. Пойдем, короче, сходим. О, красавчик появился. Сейчас мы его подстрелим. И пойдем попробуем с кем-нибудь там поговорить. Может, нам расскажут, как перебраться на другой материк. Не знаю, на другую ферму. Пойдем. Вот тут вот я видел фермера. Он там что-то говорит. Спаси животных и весь мир от зомби. А, ну да, вот смотри, World 5, 6, 7, 8. Действительно, за 400? Все, надо бабосиков поднакопить. За 400 я могу... Подожди, так у меня уже деньги есть. Сейчас мы с тобой переберемся на другую ферму. Скидываем бабки. И в мир 2 переходим. И вот прям любопытно, что же там. Map look. Карта открыта. Что у нас здесь? Утки! Конечно же! Помимо куриц существуют же еще и утки. А здесь есть какие-нибудь мощные такие даки? Даки. Ну, утки и даки. Ой, мощная уточка какая-нибудь, как там родстеры. Хочу такую заполнить. Смотри, здесь тоже, вон, тоже метеорит упал. Значит, я прав, это все-таки все из-за метеорита. Нифига себе, вылез я такой и смотрю, здесь длина шеи утка, как у жирафа. Смотри, какая у нее шея. Она прям так на меня смотрит. Давайте, цыпы-дрыпы, лупите в нее. По-моему, только я один люблю. Ну, конечно же, я же командир, типа. Все, утку почти грохнули. Давай, сколько с нее вывалится сейчас тикетов? Давай, подбираем. 300 тикетов! Вот это длина шеи утка, мне вообще понравилось. Есть такие еще? Где здесь эти гибридные? О, вот она. Еще одна, ништяк. Таких мутантов стоит точно уничтожать в первую очередь. А, подожди, это же не утка, это гусь. Вам прочитал, что это гусь. Ну, в принципе, для гуся, да, сойдет. Итак, мы немножечко подзаработали с тобой на утках. Я купил себе странный мешок с мукой на спину, а также лук. Боже ж ты мой, я так и знал, что разработчик меня подведет. Ты посмотри, что солу-сэ-сэ-лэ-лу-лу. Я даже не знаю, как это назвать, потому что руки у меня в том именно месте, про которое ты подумал, да. Вот, ну, тут в груди, правда, но вот чуть-чуть пониже, и вот будет рука и жопе называться. Боже ты мой, ладно, пойдем еще денег потратим на пэтов. Я тут вижу, что могу красную свинью или адовую пчелу прикупить. А также еще можно золотого гуся взять. Ну, денег у меня хватает только на красную свинью. Надеюсь, там выпадет что-нибудь. Ух! Кстати, свинья из яйца это просто... Мистер Пик! А, не, это Боулер... Подожди, надо посмотреть, как правильно произносится. Что это? Боулер Пик. Но я буду называть это Мистер Пик. Экипируем. Я здесь сколько, интересно, могу экипировать питомцев? Давай еще одного купим. А, у меня денег не хватает. Вот блин. Ладно, тогда пошли. Покажем нашему новоиспеченному мистеру Пигу крутых длинношеих зомбарей гусей. Иди вон, налетай, смотри какой. Вот так вот. Блин, а чё так долго стреляю? Лучше бы я этот лук не покупал. Свинина, давай, не ленись. Да, вот это у нее перезарядочка, слушай. Это тебе не Зойка-пересмешница. Зойка. Ну, по крайней мере, я с луком уж точно уже стал похож на Хантера. Так бегаешь по лесу и па-бах, та-да-па-та-дах. Да блин, ну что такое? Почему с двух выстрелов она не убивается? Вот так вот. Давай мы сейчас, чтобы с двух выстрелов она точно убивалась, прокачаем нашего мистера Пига. 1800, ты не офигел ли, свинья? Столько денег жрать. Давай тогда золотого цыпленка качнем. Вот так. Все деньги буду спускать только в золотого цыпленка. Все, бабосиков нету, вот блин. 4-4. Ну давай попробуем. С двух выстрелов, интересно, я вкокну эту утку. Нет. Не получается. Да что ж такое-то, надо еще одного цыпленка купить, и тогда, наверное, прокатит. Я все-таки взял и поднакопил еще на одну красную свинину. Сейчас прикупим. Та-дам! Что там? Простая свинья? Блин, ну в шляпе-то поинтереснее даже было. Эх, ладно, простая свинья, так простая свинья. Вот, теперь все по-четкому. Слева у меня... Не, это справа получается, да. Справа две свиньи, слева два цыпленка. Мощь бригады. Теперь у меня банда! Давай, гусь, не подкачай нас. Двух моих свиней и двух цыплят. Ты последний остался. И потом я смогу перейти на новый уровень, в другой мир. World Free. Фри-сри. Так, все.
Кажись, поехали. Продаем. Мы открыли новый мир. Ну, сейчас откроем, купим его. А то на этих уток уже глаз устал смотреть. Так. Зеленые свиньи? Серьезно? Кабанчики? Зомби-кабаньеры? О, зато 250 хп у них. Мощно довольно. Сейчас посмотрим, сколько за них дадут тикетов. Два моих свина такие думают: блин, мы своих братюнь бьем, это же вообще не круто. Но они потом такие: ну он такой зеленый, типа стрёмный, ладно, мы его завалим. Ай. Так, в мачка 0. Что с него выпадет, сколько? 250. Да. Зато вон, смотри, кабан какой здоровый. Сколько у него хп? Да блин, 1250 хп. Сколько я его буду мочить? Эй, тетка, ты куда подошла? Слышь, ушла. Это моя свинина. И я ее даю. Так, подходим сюда. Вот так вот. Да-да-да, я урвал тикет 417. Мне монеток дали. Круто. Блин, ну на самом деле очень все однообразно. Руки не хотят дальше продолжать играть. Пальцы не слушаются. Стреляешь тут всяких зеленых свиней, куриц и уток. В общем, на этом мы заканчиваем наше путешествие в Hunter Simulator. Я не знаю, если тебе понравилось, ставь лайкосик, не понравилось, пиши комментосик, да и вообще в любом случае пиши коммент. Ну и также не забывай подписываться на канал, чтобы не пропустить следующий крутого видоса. И да, Roblox будет, потому что снимать сейчас на данный момент больше нечего, одна скукотища выходит, а Roblox так может раскрасить иногда некоторыми режимами очень здорово. Так что вот, все новости я тебе рассказал. Не забывай подписаться, поставить лайкосик, оставить комментосик. И все, на этом я тебе говорю спасибо и прощай с тобой. Чао, каково. Увидимся в следующем видосике. Все, покеда.